Привет всем, с вами ваша Сила Бутерфлай, Серебряная Бабочка. Так, расчищаю стол, выкидываю все, что использовано, чтобы они мне не мешали. Значит, наконец-то я допользовалась вот этой маской, которая Recharge, то есть перезарядка батарейки. Классная вещичка. Goodbye. А дальше у нас вот этот вот лосьон Effaclar Duo. Такой дуэт. Я уже это использую вторично. Тоже неплохо получилось. Классно. Goodbye. И вот этот вот шампунь у меня наконец-таки закончился. Это Schwarzkopf Gliss Hair Repair. Ну, хорошая вещичка. Она обволакивает твои волосы, чтобы они так вот блестели, как у меня. Дело в том, что я столькими шампунями пользуюсь. Я даже не понимаю, от какого шампуня у меня эффект, но помню точно, что как помоюсь вот этим шампунем, у меня прям волосы вот так вот как немножко загинаются вот так вот вниз. Очень жаль, что закончилась такая красивая баночка, прелесть, да, вот так еще блестит. У меня такая же черная была, закончилась, но теперь вот это goodbye. Мимо. Мимо баскета моего, корзинки. Ну что ж, еще я хотела понюхать с вами аромат Bebop по Ом. Такой маленький сделать ревизит от компании Kessling. Вообще, Kessling — это модная компания, то есть мода. К сожалению, у нас ничего никогда не продается от Kessling. Это очень большая редкость. И я попробую нанести. Еще что интересно, что здесь палочкой наносишь. Я его сюда принесла, чтобы сравнить кое-какие ноты. Но так постоянно некогда, да? Я давайте я буду делать это прямо при вас. Вот этот мой маленький обзор. Когда-то давно я делала обзор, и мне он изумительно нравился. Вот. Казалось бы, да, вот такой вот аромат секси на мужчине. Сейчас 2024. То ли все переменилось, то ли что, можно даже посоветовать женщине. Но что здесь у нас есть? Bebop. Знаете, как он выглядит? Он выглядит так, как такой красный шар сверху, а внизу черный такой, как будто старинный телевизор, такой кружок. И на подставочке написано Bebop Kessling. Фужерный, пряный, древесный, травяной, цитрусовый, пачулевый, бальзамический, амбровый, землистый. И что я здесь искала? Я искала гвоздику, но она оказалась в пряности. То есть гвоздика в цветке — это одно, я столько вам сделала этих обозрений про цветок гвоздики, но дело в том, что гвоздика в пряности тоже имеет много ароматов. Например, Kenza Jungle. Вот как раз-таки в специи Jungle Elephant, это слон. Он бы сюда подошел. Потом, что у нас еще из знакомого? Тут очень много ниши, которые используют именно как раз-таки специевую гвоздику. Estee Lauder Cinnabar, у кого он есть, похвалитесь. О, Boticario, тоже похвалитесь. Но это я то, что вот так быстро, которое совсем на слуху. Histoire de Parfums 1969, есть такое. Филиппо Старчинелли, там такое интересно, как будто бы плащ, не плащ накинут на стекло. Так интересный флакон 2019 года, унисекс, между прочим. Так, что тут еще? Jenny Glow. То, что я слышала. Дальше, что у нас идет? Comme des Garçons. Вот эти вот сердца, которые Scent of Wood. Вот ничего такого, что вот я конкретно хочу. Но я просмотрю быстренько. Кроме слона,
как говорится, слона-то я не приметил. Как раз-таки слон-то у меня и есть. И почему я его не принесла, я не знаю. Кстати, вот сейчас самое время, вот сейчас начинается почти что вот бабье лето. Так приятно, такая погода, хоть каждый день выбегай на улицу и вот нюхай этот воздух. Господи. Что-то еще. Эйвон. Есть Эйвон, такие шедевры, что дадут фору многим ароматам. Но дело в том, что я вот тоже по глупости не обращала внимания ни на Oriflame, ни на Avon. И вот теперь жалею, потому что я думала, что я обойдусь без всяких вот таких ароматов. О, кстати, подождите. Знаете, что у меня есть? Пока листала с вами, тут у меня как раз на столе завалялась вот такая вот миниатюрочка Сальвадор Дали парфам. Вот здесь есть гвоздика в специях. Так, у Крида кое-что есть. Много, однако. Господи, устанешь листать. Но много того, что я абсолютно как бы не хочу. Или там не пробовала, или это слишком уж недосягаемо в плане ненахождаемо. Так. И нету конца края. Корон Белоджи, оказывается, там гвоздика есть. И, скорее всего, в Корон есть вот... Ой, подождите, у меня же есть Белоджи. Давайте, мне, наверное, придется сделать видео на именно специевые гвоздики. Поднести еще два аромата. Но тут у меня еще затесалось несколько ароматов на столе. Не знаю, за каким местом я его принесла, но, видимо, принесла что-то разузнать. А что конкретно, я уже не помню. Это у меня эскада. Вот это Маргарита Лей. И Кабатин. Обожаю. Не понимаю, почему он так дешево стоит, когда так хорошо пахнет. И не меняется, и только становится лучше. И вот еще я принесла сюда, значит, эмералдс, то есть зеленые эмеральды, да, вот эмеральды это и есть изумруды. Что я хотела этим сказать, я не знаю, представляете, мои вот эти исследования уже просто не хватает на них времени. Ну, подождите. Не понимаю, зачем я его искала. Знаете, наверное, мне придется все-таки создать еще одно видео, потому что вот непонятно, зачем я принесла вот это вместе. А какая-то мысль была, наверное, в 12 часов ночи, и я забыла, и не записала. Теперь надо будет думать, когда придет 12 часов ночи, и ко мне придет озарение. Ну, во всяком случае, цель моего ревизита была как раз-таки бибоп. Я это сделала. Что мне нравится, так это бибоп. Очень-очень. И я, наверное, подсуну это мужу, чтобы он понюхал. Сегодня мы сделали с ним видео, и даже не одно, и не два, а три, представляете? Но это секрет. Скоро узнаете. С вами была Silva Butterfly, серебряная бабочка. Пока-пока. Я полетела.